Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 16 июля 2019 года, и я рада представить вам красавца-мальчика Чихуахуа, рожденного 11 июня 2019 года. Пытаюсь поймать его на солнышке, чтобы передать красоту его окраса. Этот окрас называется голубой триколор, то есть он голубой с коричневыми подпалинками, и у нас еще много белого, мы очень нарядные. Мы без брака и без дефектов, зовут нас Forbes, продаемся мы дорого. Мальчик в возрасте месяц и 5 дней весит 500 грамм. Имеет цветную генетику с двух сторон. В данный момент парень открыт для резервирования с последующей продажей. Родничок меньше горошинки, он скоро закроется. Широкая наполненная мордочка. Очень напоминает принца шоколадный триколор из ноябрьского помета. Кому интересно, можете посмотреть в плейлистах. Теперь давайте посмотрим на его поведение и на размер по соотношению к родной сестре Фортуне, которая наконец-то успокоилась, уже почти уснула, и нашему Пресли, Кингсмену, который уже 8 месяцев ждет мамочек и папочек в нашем питомнике. Forbes у нас вот такой. Преслик, иди-ка сюда, дай мне показать малышку. О, видишь, пошел. Мальчик здесь находится первый раз в этом помещении для видеосъемки. Как вы видите, не боится, обнюхивает все. Интересуется всем. Фортуна наконец-то успокоилась, наигралась. А Пресли еще ждет, что Фортуна сейчас встанет и будет продолжать с ним играть. А она уже устала. Малыши в этом возрасте, это для них нормальное поведение. Минут 10-15 у них активных игр. Потом опять спим-отдыхаем. Спим больше сейчас в этом возрасте, месяца, неделя, чем играем. Форбса я на самом деле только что разбудила. Это он с просони еще не проснулся. Поэтому, так скажем, такое поведение еще не понял, говорит, где проснулся, уснул в одном месте, проснулся в другом, как-то немножко странно для меня. А Фортуна наоборот, она уже наигралась, набесилась, она хочет спать, а Преслик решил проверить, что ж с ней случилось. Играла, как заводная игрушка, и вдруг на тебе, бум, говорит, и не встает, а я, говорит, ей игрушек уже принес. Forbes пока еще только вот обнюхивается, обследует территорию. Давайте понаблюдаем вместе с вами, как он будет себя вести, что его заинтересует. Очень нарядный окрас, он не изменится, вот он таким и останется. Это, если так, напоминает мокрый асфальт. О, скажи, меня заинтересовал хвост Пресли. Это, скажи, веселая была игрушка, но можно взять и другую, ничего страшного, скажи, да. Пресли к нам свой хвост не отдал. Возьмем тогда уточку. Пресли молодец, принес нам много, скажи, игрушек. Сам достал, знает, где лежат игрушки у Преслика. А это кто это проснутый? А что это мы проснулись? Вы же вроде спали, мадам. Да. Фортуна решила проснуться, но вроде уже как-то сил уже нет играть. Она проснулась, отбежала и... Нет, скажи, я еще найду силы поиграть. Несмотря ни на что. Скажем, мы не сдаемся. Вот такие родные брат и сестра из одного помета. И вот размер. Куда? Куда? Сиди на этой штучке. Ты спать легла, девочка моя? Да. Преслик, что такое?
Если вам понравился наш малыш, вы можете зарезервировать его, позвонив нам по телефону или написать в личные сообщения на страничке в соцсети. Ссылочки будут оставлены в описании под данным видео. Напоминаю, наш питомник находится в Санкт-Петербурге. Отправками щенков в другие города мы не занимаемся. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить свежие видео с другими щеночками нашего питомника, открытыми для резервирования. Напоминаю, в июне у нас родилось 18 щенков, и сейчас 18 щенков открыты для резервирования, а Пресли готов к продаже. 19 щенков на сегодняшний день в нашем питомнике ждут, не дождутся любящих и заботливых мамочек и папочек. Ну, чуть меньше, на одну девочку Фортуну, мы решили оставить ее себе для разведения. В июле, 14 июля, у нас рожден еще один помет от нашего красавца-министра. Там 4 щенка, 3 мальчика, 1 девочка. Белый кобель, голубопалевые. Пока больше о них ничего не могу сказать, ни про тип шерсти, ни про вес в будущем. Поэтому, кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить свежие видео. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. Вот, ты решил разыграться, побегать. Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Марины Стик. Здоровья вам и вашим питомцам.